Привет всем любителям альтернативной музыки. Сегодня у нас в гостях в студии кабельного телевидения Рязани группа «Аспект». Здорово, парни. Привет. Привет. Спасибо, что к нам сегодня в гости заглянули. Сегодня поговорим мы с вами, естественно, об музыке, о рок-н-ролле, о панк-музыке. Вот, наверное, вы в этом направлении играете. Но мы сейчас... В большей степени, да. Вот, об этом сейчас мы с вами и поговорим. Ну, для начала прям представьтесь, как вас зовут поочередно, ну и кто в группе за что, так сказать, отвечает, кто на чем играет. Константин, бас-гитарист, автор большинства песен. Ну, дальше. Гитарист, тоже вокалист недавнего времени, и как директор, фронтмен, не знаю, коллектива. Барабанщик Василий. Отвечаю только за барабан. Откуда вы, ну, что называется, родом? Расскажите немного о зарождении группы. Ну, и вехи, может быть, какие-то свои основные помните. Когда началось, кто кого встретил? Как конечно. Вот... С 2003 года мы познакомились с Константином, занимались в школе, я еще учился. Потом переехали в ДК, в местный, и по сей день там. Вот. Потом длительное время мы не играли, мы где-то с 8 года по 13, с 13 года мы возобновили опять игру, то есть уже с обновленной стилистикой, составом, и с того дня мы как бы занимаемся и продолжаем. То есть у нас пела девушка, парень, теперь мы троем остались, и думаю, что как бы так это все... Так будет... лучше. Так лучше, да, проще, и так это все будет продолжаться. А по поводу того, что стиль сказать, ну, решили играть что-то повеселее, попроще, потому что... Ну, людям так... же нужно веселиться. Да, чаще, чем печалиться. Мы больше любим веселиться, чем грустить. А когда группа создавалась, на кого равнялись, кто был кумиром? Ну или на кого-то, кто-то такая звезда, для которой, ну что называется. Ну, когда начинали, там большинство моей все было. Все, там классический рок. Да, классический рок русский. Ну для меня больше была группа Кукрыниксы. Я тогда с ней вот встретился, прям ох-ох-ох, замечательная музыка, люди. То есть мы, да, мы переиграли, ну, начиная да, от простого рока, заканчивая вот сейчас панкухой, да, играли мы также и тяжелую альтернативу, да, мы играли, да, у нас там был проблем. Тогда каждый вообще носил. Ну да, ну это было, да, время этой New Metal, что там, Мазафака. 2007. Да, верните мне мой 2007. Вот, а потом, как бы, да, и Рыбкорчик мы поиграли с пацанами, вот как раз этот промежуток 5 лет, мы, то есть, мы не особо ничего не гастролировали, ничего не писали, так мы фигней страдали, ну, вот у нас там есть некоторые, кстати, сегодня будет трек как раз с того периода, я спою, когда вот с пацанами там рэп читали. Погнали! Все было хорошо до недавнего времени, пока доктора меня не обследовали, дали заключение, признан больным. Схватили санитары, амбулаторный режим, сказали что-то типа, что хватался за ножи. Вот это попадос, доктора врагов нажил. История как фильм, долгая и странная. После недели препарата речь стала несвязная. То есть я сидел и втыкал в голове лишь приз, как сюда я попал. Вдруг кто-то закричал мне, что там потерял. Меня озарило и родился план. Итак, у меня шестая палата, со мной лежит Штирлиц и два депутата. Этих на смотре ногой пнуть надо и выставить Штирлица перед всеми гадом. После этого забиться тупо в угол. Паника, истерика, санитары в округе раздают по щам всем больным лихо. Я хватаю димедрол и бегом на выход. От ваших уколов болят ягодицы. Вот и замутил победы всей больницы. Доктор, я не болен, просто хочу боли. Вот и фигуру с ногом, как за полю. От ваших уколов болят ягодицы. Вот и замутил победы всей больницы. Доктор, я не болен, просто хочу боли. Вот и фигуру с ногом, как за полю. Стой, кричат санитары, доносится эхо по коридорам старым. А я бегу под димедролом бодро и всем кричу громко: быстро с дороги! Не буду пить, я ваши лекарства, доктор. Тем более они с истекшим сроком. Нет, я не псих, просто в голове слишком много мыслей, что не дают покоя мне. Например, вот медсестричку Олю я поцеловал, но прямо в холле. Но она не даст, приняв меня за психопата. Так что прощай, дурдом, прощай, палата. Первым делом намучу крылья. Сперва подпелым, и все будет как в фильме. Потом по барам, по бабам пристроиться куда бы. Здесь всех больница отдыхает не слабо. На
на крыше дома. Провожать закаты — это песня аспекта, дичейза и аката. От ваших уколов болят ягодицы. Вот и замутил побег и все больницы. Доктор, я не болен, просто хочу воли. Вот и фигуру сапог, как по полю. От ваших уколов болят ягодицы. Вот и замутил побег и все больницы. Доктор, я не болен, просто хочу воли. Вот и фигуру сапог, как по полю. Спасибо. Вот, ребят, сейчас вот вы играете, по сути дела, панк-музыку, да? Да он... я не называю это панк, это что у нас? Веселый музон, веселый, да, веселый рок, да. Панк, он же как бы там очень где-то политичен, наверное. Ну, не весь, конечно, я не скажу, но его как-то шустрее, что ли, быстрее играется. У нас больше как-то веселый рок, да, скажем так. Да, так попить пивка, расслабиться, панк. Да, такое, смеяться. Да. Панк это немножко нечто, ну да, панк. Поп-панк, наверное, может так-то, да. Ну, так это вот стиль музыки для вас больше, то есть возможность высказаться для зрителей, вы вот этот стиль используете как направление такое, либо же это прям образ жизни, что вот мы живем. Образ жизни. Да. Это образ жизни. Да. Образ жизни как раз панк. Да. А стилистика просто веселая музыка. Да, 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 да. Ну, а в образе жизни какая там, вот, ну, что называется, такие правила панка или заповеди, не, что не, это? Да, нет, больше скажем, что некое в жизни присутствует какая-то разгильдяйство, да, расхлябанность, то есть тусуешь, отдыхаешь, короче. Я не скажу, что мы там не работаем, нет семьи, нет, а все есть, вот, и не с этим тоже бывают какие-то своего рода сложности возникают, потому что, как бы, девушки, они любят таких там парней, да, там, ну, не то, что они, как бы, любят разных, да, там, ну... В общем, вы меня поняли. Типа цели устремлены. Да, да. И как бы когда бывают такие вот эти конфронтации, возникают, что а, вот ты опять там все свое, там. Вот. И ты ей говоришь, типа, блин, любимый, ну я просто такой, и все, как бы. И она все понимает, и мы живем дальше все тихо, мирно и спокойно. Кстати, продолжая вот дальше вот эту вот тему рок-музыки, у практически у всех групп и у многих музыкантов вот им такая тема встречается, что люди все там какую-то настоящую профессию там приобрели, кто-то там на заводе работает, кто-то в банке, кто-то в офисе, а человек все с гитарой играет, и им как-то вот типа не профессия. Вот как вот вы сами относитесь к такому? То, что считаем ли мы это профессией? Да. Это профессия, когда ты на этом зарабатываешь, а пока... Ну да, мы пока... Ну, пока как бы, мы скажем проще, мы не против, чтобы зарабатывать на этом, мы к этому стремимся, но в данное вот сейчас время мы... Развлекаем. Да, мы зарабатываем, как бы, но нам это хватает, там, ну, дорогу, там, вот, да, дорогу мы там... То есть, что-то хватает. Да, то есть, жить на это, нет, пока еще, мне кажется, ну, ближайшие, там, ну, лет 5, наверное, точно еще там не светит. Есть, конечно, какие-то задатки, там посыл, что мы там где-то ездим, что-то, да, там зарабатываем какой-то авторитет, или не знаю, как это назвать, слушателя своего. Вот, записи делаем, то есть мы записали недавно, вот у нас вышло после Нового года прям, я не люблю это слово EP, вообще не люблю все это, когда группы русские по-английски поют, называются, мне это не нравится. Вот, назовем запись, да, там у нас выходило из 4 треков. Короткометражка. Да, как мини-альбом, да, там. И вот сейчас вот мы планируем осенью, короче, выпустить еще, вот. У нас есть наш личный такой звукорежиссер Илья Коротков. Вот он, короче, Сухова парняга. Сделайте дороги в Ухлово, если будет кто смотреть, пожалуйста. Очень ужасно туда ездить вообще и забирать его оттуда. Потому что мы живем в Новомичуринске, нам приходится за ним ездить. И вот мы недавно ездили, мы даже застряли там. Это вообще трэш. Кстати, ребята, вот вы раз упомянули о вот наших городах. Сами себя как причисляете, к рязанским или вот музыкантам, или новомичуринским? Как вы себя сами... В зависимости от площадки, в зависимости от того, как бы... Если мы здесь где-то играем, да, то мы новомичуринцы, потому что знают. А если, допустим, куда-то мы едем далеко, мы проще, наверное, Рязань написать, потому что как бы, ну... Или пишется вот, Рязань, да, но на концерте во время... Потому что начинаешь, вот, да, с организатором вести какие-то переговоры. Он, вы откуда? С Новомичуринска. А где? А чё? Откуда? Прям? Я говорю, Рязань. Мы с Рязани.
хотела быть со мною, а я тебе отказал. И щека твоя окропилась слезою, а я стоял и молчал. Слушайте, вот такой вопрос, ну, он, в общем-то, стандартный, о современном состоянии рок-н-ролла. Почему вот он сейчас стал, ну, менее популярным среди молодежи? Это не самое, возможно, сейчас популярное направление у молодежи. Вот как так случилось? Вам самим не обидно, что другие, например, там, поп, электронная музыка, там, рэп, естественно, музыка, более популярна у юных слушателей? Так, а я считаю, что он не стал непопулярным, просто модернизировался же. Есть, вот, допустим, команды, там, вот, слышали сейчас, как там, Греча, что ли, вот. Я послушал, ну там же это тоже рок, но только он такой какой-то уже электронный. Новый, да, там, это потом кто там у нас эти еще. Те же даже 25-17, они же были рэп, такой чистой воды, под минус, там все как бы, и сейчас они вон живьем играют, выступают на шесть. Нет, и просто... сейчас они о себе говорят, что они уже рок, да, коллектив. Как бы нет, это все просто модернизируется, я не могу сказать... Наше, то, что мы направление играем, да, оно может быть слегка где-то не совсем модное, но мы все равно как бы стремимся, думаем, да, что-то может быть, вот, потому что как бы новых треков, конечно, у нас сейчас не так много, вот, потому что в основном мы как-то вот сейчас занялись такой темой, что мы вспоминаем какие-то ностальгии у нас, то есть мы много играем того, чего, то есть играли раньше, играли там наши какие-то соседи, друзья, да, там, вот мы, будет у нас песня, выйдет на новой записи. Она вообще, короче, то есть не наша песня, была группа такая, формат, мы просто взяли эту песню, спросили, нам она нравилась, мы ее сейчас играем, она теперь вот как бы наша, вот. То есть, а новые, да, есть мысли какие-то там, то есть, чтобы туда что-то привлечь, тоже, может, какую-нибудь электронщину там, что-нибудь. Вот. В связи с этим вопрос такой о молодых группах, ну и, в общем-то, есть такое слово провинциальное, да, mm-hmm. там некоторые люди не любят, но, в общем-то, молодых, да, и провинциальных групп, вот как им пробиться, возможно ли им вообще пробиться на такую всероссийскую сцену? Да, конечно, все возможно.
У нас масса примеров уже, которые приехали, психия группа с Кургана. Сравни, на то время как раз это музыка. Ну какая разница, Пальцы. Нет, ну мы, может быть, тоже будем там играть что-то, там, у нас там запишем какой-то трек. То есть тут вообще не поймешь, когда выстрелит, оно может по-разному быть. Может вообще, у нас вот, допустим, есть песня, она тоже как бы не совсем подходит вообще нам по стилистике, но она так нравится всем людям, что как бы, мы играем до сих пор. Равнодушие. Да, песня про равнодушие. Вот. Для тех, кто знает, поймут. Нет, хорошо, я считаю, что наоборот, на тот момент... Большая часть программы вообще совершенно не в этом направлении. То есть, актуальна была музыка та, Данил, которую люди слушали, хотели это слушать. И поэтому люди выбились. Сейчас этого полно. Ну вот я про это Глебу сейчас сказал, что как бы мы тоже думаем же, мы не будем же постоянно собирать там все старые песни какие-то там, не знаю. Мы же делаем что-то новое, да, там, или... И, кстати, даже опять же, мы, скажем так, может быть... Та команда, которая ностальгирует и приносит вот то, что было, да, и чтобы вот, типа, тем, кто это раньше слушал, скажем так, пока так вот, а там потом, может, что-то появится новое. Вот. То есть, в провинции вопрос я понял, можно, чуваки, можно пробиться с провинции. YouTube вам в помощь. Да, у нас есть прекрасная группа такая, Силаут, все знают, с Рязани, ребята сейчас набирают оборот, играют неплохо, если были уже на нашествии, на Доброфесте, провинция, с Рязани, чуваки, вот, пожалуйста, вам живой пример. Вот, кстати, упомянул слово YouTube, интернет, там, в общем-то, когда, конечно, он помогает, я так понимаю, да, можно за счет него продвинуться. Он как помогает, так и плохо делает. Вот, я говорил, то, что в какой-то мере, то есть люди на концерты, на живые очень слабо приходят. Это да, вот с этим связано? Да, из-за этого стало, из-за этого, да, так и было. Потому что вот взять-то, как бы, статистику там тех же, той же посещаемости, да, там, в каком-то 2006, 2005, 2007, да, в том же планетарии, когда ходили... И на, да, и на рязанские группы, и вот особенно вот эти вот были, я помню, закрытие сезона, это была вообще модная туса, туда попасть было нереально, если ты попадал, там приходило народу много, то есть собирались, скажем, такие из ведущих команд, там, поэтому там по стилистике, да, в определенный день играли, вот, то сейчас, вот, буквально там, я не знаю, мы тоже выступали там в той же «Свободе», была солянка, то есть из местных команд, причем был состав не самый, там, скажем, молодой, да, там было очень много команд каких-то таких уже именитых. Все равно, то есть явка была слабенькая. Много влияет как бы и от площадки, от времени. Вот. Стало вот так. То есть, скажем, тусовка. Если раньше ходили там без разницы, допустим, играет альтернативно, на нее могли прийти и металлисты, и панки там. И то есть, да, там что там как бы... Скины ходили, да, на концерты, и рэперы ходили на скины. Да, да, да. То сейчас как бы все вот так вот относительно. Может быть, прям и ничего, прям, да, прям в один день, а в другой день, вот, может быть, ну, так, такая же туса где-то в другом месте, она уже там. По нишам, в общем, разбилась, да, то есть. Как-то да. Общей тусовки не стало. Общей, да, общего мало стало, то есть как-то меньше. Но я хочу сказать, что возрождается все равно. Где-то отчасти вот стало, я заметил, что вот появилась своя какая-то туса. Вот недавно был концерт в Евпатии, есть такое место у нас в Рязани. Вот. Я, кстати, там планирую концерты делать вот с нового сезона, так что всех приглашаем, приходите. Лояльное место такое, то есть как бы бюджетное, скажем даже так, потому что, ну, там очень, да, круто. Хватит, да, сейчас вот, мы о планах еще поговорим. Вот, да, и как бы этот, в Латуса там, и все прошло круто, очень душевно, и народ, смотрю, как бы своя тусовка тоже собирается. В продолжение темы об интернете хотел до конца уж вы, так сказать, ну, у вас выспросить. Там в интернете, то есть в Ютубе, да, в основном сейчас популярно видео. Ну, то есть видео, несомненно, клип на песню надо делать. Вот вы как вот с этим вот дружите, не дружите, делаете какие-нибудь клипы? Стремимся, стремимся. Сейчас вот как раз новый EP, да, должны сделать из него. Попытаемся три клипа. Там всего четыре трека будет, и три, на три из них будет. Три видео, да. Хотя бы... В задумках три. А там как по. Ну не, ну да, оно в задумках. Мы, в принципе, уже договорились, решили, что, как, кто, где. Осталось только вот. Мы, кстати, на днях вот закончили. Мы записали все уже. Теперь вот сейчас дело будем ждать. Да, дело за мастером. Вот. А осенью вот поедем, будем катать, короче. Также хотелось бы вспомнить, не в обиду сказано, это нашему водителю Илье Крюкову. Чувак, который нас везде возит, ругается на нас за то, что мы мусорим в машине. Давайте поговорим о такой, ну, как сказать, теме, не теме. Ненормативная лексика в ваших песнях присутствует. Почему она там есть? А без нее смысл не тот. Смысл композиции уже не тот. И
то, что текст должен донести, как бы можно заменить, но уже не так весело, не так... Ощущение другой песни получается. Это все из-за Васи. Из-за Васи. Это он нас заставляет писать такие песни. Нет, ну да, это просто звучит как-то по-русски. То есть, если ты заменишь каким-то словом там более красноречивым, это будет звучать как бы, может быть, 0+, наверное, скорее всего. Ну как, из песни слов не выкинешь. То есть, ну мы так вот видим, так хотим. Как бы. Может где-то подчеркнуть какую-то агрессию или изюминку там, да, в песне. Где запрещено. То есть, это не специально. Мы не стараемся. Мы не стараемся писать. Там, что прям вот там задача стоит прям матом. Не. Да и не в каждой песне. Да, да и не в каждой, да. Вот. Из всех отсюда. Сегодня мы не будем петь матом. Хорошо. Но все-таки тогда получается песни. Вот есть форматные и неформатные, как вот на радио пошло. Эти вот песни неформатные получаются. Ну, не обидно, что их на широких площадках трудно проиграть. Даже здесь. Нет, почему? Можно же сделать два записи, как у Ленинграда. С Лабутенами. И там совсем станет так же. Одну на радио без мата, вторую концертная версия, в которой люди рады будут слышать. Именно концертный вариант. Вот мы сегодня, вы нам там как бы говорите, что там типа сыграть надо там сколько там, 3-4 трека, может 5. Вот я думаю, что даже в целях просвещения показать, мы, наверное, сыграем вам сегодня песню «Равнодушие» все-таки. В легкой форме, да, чтобы вот показать, что мы можем преподнести свое творчество и без, но, скажем так, люди знающие, которые знают нашу энергетику и как мы это преподносим. Это то есть будет... они как в караоке будут сами заменять. То есть приходите на концерт, да, как бы, и там будет это все более там. Вот. А сегодня мы, как бы, скажем так, себя презентуем, говорим вам, что вот смотрите, короче, вот мы такие чуваки, мы играем, чтобы более нас понять, приходить на концерты. Вот так. Да. Ну вот, продолжая тему с презентацией или самопрезентацией, вот что посоветуете, какие свои альбомы посоветуете, значит, своим зрителям, ну или зрителям, которых, слушателям, которых вас услышат, ну и те песни, которые вы считаете прям вот хитами, которые заходят? По поводу хитов все вопросы к нему, поскольку он больше с людьми общается, поскольку он директор, он знает все вкусы. Там. А, и один еще хит Васе очень нравится. А какой тебе нравится? Ой. На какой? Я не знаю, как, про что он говорит. Самая хорошая песня. Да нет, что там, ты... день рождения тут. Ну, видишь? Я вообще как бы хочу сказать, что вот последняя запись, она классная, да, вот сейчас мы выйдем. Ну, то есть тебе эти песни мне нравятся, и людям, в принципе, они нравятся. Выделить можно какую? «Психбольница», «Про равнодушие». Ну, она по-другому называется. Да. У нас просто друг есть с Сухова, фестиваль есть такой тоже, «Accent Beat», вот мы там участвовали, вот он, мы как-то вышли, играть начали, он прям кричит: «Про равнодушие песня!» Я: «Какое равнодушие?» Потом подхожу к нему, он говорит: «Ну вот же вы играли последнее». Ну и она называется не «Про равнодушие», она там совершенно про другое. Нет, она про равнодушие, называется она не «Про равнодушие». Вот. Что еще как бы «Глупая», вот Костян поет. Это тоже одна из старейших песен там группы. Это еще... Там... Это из другой группы. А мы разве не играли нет, тогда нет, еще? Нет, это из моей другой группы. А мне кажется, мы даже успели ее поиграть тогда еще, нет? Ну, не знаю, вообще не важно. Да, старенькая там песня, она там как у 5-го, наверное, года, 6-го. Не знаю. То есть там... Мы такие вообще на самом деле-то это, пожилые уже. Да, то есть... Ну, был раз пожилые, свое раннее творчество переслушиваете, перерабатываете и те старые песни. Ну, вот я как раз и сказал, что у нас много того, что вот мы сейчас играем, это старые. Новых из того, что мы сейчас играем, это процентов 30-70, это все, то есть старенькое, то, что мы играли. Просто мы сейчас выросли, играем лучше, преподносим это лучше, нам это нравится, мы это как бы, вот, как не вдохновение, как это, ностальгия у нас, вот. Поэтому я говорю, сейчас как бы вот процент 70 у нас идет вот такого, что вот как бы ностальжи, да, а вот потом вот планируем, да, есть, мы пишем новый материал, матом тоже, есть чуть-чуть.
сним она, слышался лишь смех. Но иногда она кричит, но отчего история молчит. Ну вот вы только что сыграли несколько композиций сегодня. Вот расскажите о планах на будущее, что называется. Какие творческие планы стоят, задумки посетить фестивали, может быть, альбом новый, там работа над ним стоит, какие-то новые песни. Ну, со зрителями расскажите, чем сейчас заняты. Ну, как уже ранее говорили, записали EP, планируется. Сам сказал. Да, и три видео каких-то там клипов смонтировать, нарезать. Ну и поедем, вот у нас уже есть запланированы концерты в Калуге, в Новомосковске в ноябре, в Ростов мы едем в этот раз, вот Воронеж должен там появиться, ну и, соответственно, Рязань, Москва, в Питер, мы в Питер очень любим, Питер, вообще прям, в Питер мы обязательно поедем. Кстати, где лучше встречают, в каких городах? Питер. Ну, куда чаще ездили? Чаще ездили мы Тамбов хорошо встречает, Питер нам очень нравится. В Липецке вот играли, в Липецке хорошо. В Липецке классно, да, вообще прям встретили. Эх, я не попал. Да, Костян у нас приболел тут. Так что нет, везде все как бы нормально. Порой даже не зависит от численности, сколько пришло народу. Может прийти 10, но они там так раскачают. Вот, так что нет, везде хорошо. Единственное, что как бы вот, к сожалению, может, я не знаю, как сказать, ну вот с Москвой у нас что-то пока, вот, ну никак. Мы. Да и на счастье. Редко мы там бываем, но надеемся, что все это исправится, и мы там тоже полюбимся. Полюбите нас, полюби нас, Москва. Мы хорошие, мы добрые. Ну, короче, вот так. Здесь равнодушие песня. Про Москву равнодушие. Слушай, ну один из таких шутливых вопросов, вот я замечаю, ну уже давно мы полчаса разговариваем, наверное. Ты без обуви сидишь сегодня? Это я вообще с чем связан? Я без обуви всегда. Я играю без обуви, то есть хожу без обуви. И вот еще вот такой у меня есть атрибут. Хожу, вот это во время концерта. Агутин Леонид. Выступление мальчик без. Да. То есть вот многие, кто сейчас нас смотрели, да, может сказать, что за группа, очки одел, розы сейчас. А, да, это вот те чуваки. Вот. То есть это одна, да, визитных карточек, короче, вот мои очки и высота на концертах. Не, повелось просто как-то с чего. Я был в шортах, по-моему, что ли, где-то на концертах. И у меня были какие-то кроссовки, так это все смотрелось, аляписто, мне не понравилось. И я решил разуться. Вот. Это один из как вариантов, как я помню. Может быть, это было зимой, я не знаю, потому что жарко было, у меня были ботинки. Короче, это стайл такой вот. Люблю, когда ноги отдыхают, прям вообще обувь не очень люблю. И мы знаем, что у вас концерт еще сегодня вечером состоится. Давайте последнюю песенку сейчас. На походе. Да. Навигация. Ну, мы когда смонтируем, вы уже, наверное, приплывете. Приплывете. Мы уже приплывем, и все посмотрим. Вот, да. Ну, соответственно, последнюю песенку еще исполните, собственно говоря, и на этом до свидания. Что называется? Песня «Равнодушие». Про равнодушие. Готавливаюсь к песне. Должна все прям, чтобы было поставил. Ну чё, давай?
и вышел подышать. На улице скользко, зима. Я упал в лужу со всего размаху и закричал потом: убейте меня нафиг! И был я весь в грязи, все думали нажрался, а я нюхал бензин. Я встать вообще не мог, я мог лишь только ахать. Один чувак сказал: добейте его нафиг! Спасибо, это была группа «Аспект». До скорых встреч на наших концертах. Ждите наш EP «Панк-рок».